Застоялся Милюша, застоялся. Двигался хорошо в начале и середине раунда. Ему сейчас не требуется такого большого количества перемещений, на мой взгляд. Плотно. Обоюдно причем. Ну, после гонга удар выбросил, но там старт атаки был до гонга, и дальше же просто не притормозил. Внимание. Да. Ну вот, беда с ребром сейчас у Дмитрия Милюша. Это тут к вопросу, видно, кстати, ребро там у него. Тяжести попаданий слева. То есть, ну это же вот, собственно говоря, правая сторона тела, да, то есть туда, куда Шохар Гашин попал. В большой дуге, апперкот в область печени. Видно, что ребро у него... Ну, не в том положении, в котором задумано природа. Да. А пока что этот повтор этого самого удара. Удар был чудовищный. Ну, здесь тоже встречный, очень жесткий. Прям налетает на эти попадания Дмитрий. Вот не этот ли апперкот. Дышать больно? Ну, немножко, не дискомфорт. Ну, все тогда, заканчивай. Да. Ну, не стал спорить, собственно говоря, Дмитрий Милюша. Да, здесь видно, травма на лицо, да, конечно. Да, ребята там пока еще сделаны для того, чтобы эти легкие защищать. Ну-ка. Вот этот удар. Вот вскользь здесь. А он показал как раз вот тот самый момент был, когда...